На Комсомольской улице 11, в Сбербанке на втором этаже, в коворкинг-центре «Старт» открыты 4 новых окна. Их открыл Щелковский многофункциональный центр. Государственными и муниципальными услугами в полном объеме, как и в центральном офисе на Свирской, здесь теперь обеспечиваются жители из близлежащих домов. Впрочем, и посетители коворкинг-центра и Сбербанка заодно имеют возможность заказать и получить необходимые документы. Такие комфортные условия для населения МФЦ создает последовательно. По району уже сейчас вместе с этими новыми работают 54 окна. За последние 2 месяца это открыто 8 окон. Всего теперь у нас в Щелковском муниципальном районе 54 окна. 34 окна МФЦ – это в центральных офисах на улице Свирская и Умонина. И 20 окон территориально обособленных подразделений. Илья Шумейко рассказал, что в Щелковском районе норматив количества окон из расчета на численность населения уже превышен на 8. Их открыли для того, чтобы разгрузить центральный офис и сделать услуги более доступными для жителей отдаленных микрорайонов. В дальнейшем МФЦ будет развивать в том числе и электронную систему оказания услуг. Ну а новые окна, в данном случае на Комсомольской 11, будут работать по будням без обеда с 9 утра до 6 часов вечера. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».